индийском Бихаре рухнул недостроенный четырехполосный автомобильный мост через реку Ганг Агувани Султанганч. Обрушение конструкции происходит второй раз за последние два года. По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения нет. Сначала обрушился один из фрагментов дорожного полотна в центре моста, затем опоры покосились, и мост сложился в реку. Ранее в 2022 году часть конструкции была снесена штормом. Тогда причиной обрушения был назван ослабленный трос, в то время как часть экспертов отмечали, что при строительстве были использованы некачественные строительные материалы. На строительство моста было выделено почти $208 миллионов.